Судьба Надежды тесно связана с музыкой. Заниматься вокалом она начала с 5 лет, окончила музыкальную школу, затем Омский областной колледж культуры и искусства, работала дирижером в государственном хоре. Переехав в Анапу, Надежда подхватила народное творчество Кубани и стала продолжать традиции казаков. Вокалистку всегда привлекало фольклорное творчество, даже псевдоним подобрала соответствующий. Псевдоним «Струнка» пришел не случайно. Еще в Омском хоре мне говорили, что я такая как стержень, как пружинка, как струнка, но и голос звонкий, стройная, так и струнка пришла. В организации концерта приняли участие одни из лучших анапских коллективов. Гармония «Орфея», «Русские узоры», ансамбль «Зорница», а также воспитанники Центра славянской культуры. По мнению руководителя центра, песни «Надежды» прививают молодежи патриотизм и способность их к культурному развитию. Она представляет именно русскую песню. Вот это умение протяжное петь, техника именно русской песни старой, вот она представляет. Что хочется сказать? Ну, пожелать ей, концерт называется «Пою Россию». Конечно, она своими песнями и поднимает Россию, и вспоминает вот эти песни. Ну что, по всей России. Желаем ей петь по всей России, начиная с нашей Анапы. В основе репертуара – русские народные песни. Не так давно она стала исполнять авторские композиции на стихи своей мамы-поэтессы. С одной из них она выступила на Поклонной горе 9 мая в минувшем году, представив Анапу в вокальном конкурсе «Песня Победы». Также анапчанка стала лауреатом международного конкурса «Звезда Крыма». Сейчас она готовится принять участие в гала-концерте конкурса, который состоится в Москве. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.